среду в Самарской области безоблачно и без осадков. 24-26 тепла днем, ночью 15-17 выше 0, ветер северный 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 25, ночью плюс 17, северо-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 24, ночью плюс 16, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре безоблачно, плюс 24 в дневное время, ночью плюс 17 градусов. Северо-западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 19,5, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.